В заключительных сериях, когда Саня сопровождает Машу с Леной в детский магазин за покупками, вооруженные бандиты пытаются совершить его ограбление. Саня обезвреживает преступников, но в перестрелке получает ранение. Пока он находится в больнице, Лена пропадает, ее прямо во дворе собственного дома крадет и увозит сумасшедший. Саня сбегает из больницы и бросается на поиски. Балабин выясняет, что похитивший Лену человек когда-то сидел за убийство. Причем посадил его именно Саня. Кузнечик ведет параллельное расследование. Он ищет пропавшего грудничка. Маша вызывает на помощь дедушку, а Балабин-старший подключается к его поискам.